Чебоксарах в 11-й раз прошел кадетский Георгиевский бал. В этом году на паркет вышли более 200 учеников из 14 кадетских классов республики. Бальные платья и парадные мундиры, безупречная осанка и четкий шаг. Так выглядит ежегодный кадетский бал. Тема этого года – венский фигурный вальс. Мы готовились 1 сентября, после уроков оставались, готовили вальс. Очень тяжело было. Надеюсь, это того стоило. Труды оказались не напрасны. Ребятам удалось воссоздать бальную атмосферу России 19 века. Они с легкостью покоряют танцевальную площадку, и это неудивительно. В классическом кадетском образовании наряду с изучением общих дисциплин присутствует строевая подготовка и хореография. Быть кадетом – значит быть постоянным примером для окружающих. И с каждым годом желающих становится все больше. Если посмотреть статистику, понятно, наверное.